Ой, боже мой. Какая у вас умная передача совершенно. Непостижимо. Как это возможно? Это тоже калька с Запада у вас наверняка. Нет? Самобытная передача? Ну вот. Вот вам, пожалуйста, ваша передача самобытная. Смотрите, как интересно. И сколько раз вы меня уже поставили в абсолютный тупик. И я выгребаю, выбираюсь просто как лягушка, взбиваю сметанку в бочечке. Слушайте, ну, конечно, наверное, отчасти, я опять же должна сказать сразу, что я могу многого чего-то не знать и точно не знаю многого, но, конечно, если смотреть особенно на театр сегодняшний современный, то понятно, что очень много действительно современного берется сегодня из каких-то западных театральных тенденций и всего этого. И я действительно, ну, понимаю, что, наверное, скорее всего, это так и есть, потому что еще в 98-м году, будучи там на 4-м курсе, мы ездили в Австрию, смотрели там какие-то современные спектакли, и для меня это было каким-то абсурдом, и мне казалось, что такого не может быть. В Австрии какие-то ужасные были спектакли, с какими, ну, все было как будто, ничего нельзя было понять, все было ужасно. И оказалось, что это было что-то гениальное, как нам трактовалось, но для меня это был абсурд, какой-то абсурд, он кричал, орал, раздевался, обливался чем-то. В общем, мне казалось, что какой-то бессмыслицей человек занят, лились реки воды, грязи, вот это все текло, то есть я думаю, господи, хоть бы на тебя не капнуло, ну пусть капнет, ну хрен с ним, помойся, но, в общем, как-то это было для меня обескураживающее какое-то зрелище, совершенно я ничего во мне не дрогнуло. То есть это совсем не мое, это что-то, видимо, совсем, ну, для меня чуждое было. Ну, просто это не мое. То есть, может быть, это действительно гениальное, скорее всего, для кого-то, но вот не мой совершенно вариант. А сейчас, как раз сегодня, особенно когда у нас там в театре на Таганке много каких-то было за последние годы новшеств и много там молодых каких-то там режиссеров, которые что-то там пробовали, ставили. Ну, вот я прям с ужасом, с замиранием сердца ждала, когда польется грязь, значит, жижи еще будут чем-то пованивало. Ну, в общем, нет, что-то такого не было, но тенденции не очевидны. Я даже пошла очень, поскольку я поняла, что это уже пришло ко мне домой, просто в театр, в котором я там так или иначе работаю много лет, то я пошла, прям изучила афишу, у меня было какое-то время, я посмотрела очень много современных спектаклей, питерских, московских, которые нашумевшие, с матом, с голыми какими-то там неприличностями и так далее. Ну, в общем, посмотрела, что-то мне совершенно не понравилось, что-то я даже не помню, что я это смотрела, что-то меня очень заинтересовало. Ну, очень разнообразно, что-то все очень эклектично, все очень неоднозначно. Такого вот, как в свое время, когда там я еще училась в школе, посмотрела, например, «Поминальную молитву» с Леоновым, да, или «Крутой маршрут» с Ниёловой, да, в каком-то там 88-м году или 89-м, то вот такого потрясения я вот не испытала совершенно и не почувствовала, и ничего в меня так вот не попало, не проникло, меня не затронуло и не сдвинуло с места, и не переосмыслила я никаких своих жизненных, там, не знаю, позиций. Но что-то я приняла, что-то я не приняла. И я понимаю, мне кажется, что да, действительно, наверное, очень много всего идет западного. Но, вы знаете, мне кажется, что а начало века, например, много шло там от нашего, от Мирхольдов. И... Нет, тоже нет. А Михаил Чехов сколько привнес в Голливуд? Подождите, нет? Что вы так смеетесь? Нельзя говорить про начало века, хорошо. Вы знаете, мне кажется, что это все равно какие-то, опять же, повторю себя, опять процитирую качели, потому что вообще, мне кажется, все уже было и все опять будет, все это какие-то разные преломления одного и того же, какие-то поиски, но все равно это все какие-то вещи. Я считаю, да, что, на мой взгляд, прослеживаются очень современные тенденции и в арт всяких искусствах, и во всех этих, там, не знаю, арт-пространствах, и в этих там инсталляциях. Ну, для меня, я пока для себя все это не обрагничила, но у меня нет какого-то воинствующего взгляда, иногда бывает что-то очень интересно, иногда нет. То, что идет какое-то подражание, ну, безусловно, мне кажется, это тоже какой-то неизбежный момент. Но хочется верить в то, что что-то у нас, как что-то такое самобытное, неистовое, как прорвется, и потом полвека будут нам подражать всякие западные художники и артисты. Ясно? Вот так вот.